Известный российский телеведущий Иван Ургант передал привет жительнице города Вольска Саратовской области. Шоумен юмористически обыграл, казалось бы, абсурдный случай. 4 марта 70-летняя пенсионерка позвонила в полицию и сообщила, что по подъезду ее дома с ножом бегает Иван Ургант. Позже выяснилось, что женщина страдает галлюцинациями и много времени проводит у телевизора. Наказывать за ложный вызов пенсионерку не стали, а ведущий придумал удачную шутку и поддержал вольчанку. Маргарита Николаевна, я хочу передать привет вашему городу Вольску. Поздравляю вас с прошедшим женским праздником. И теперь, если вас кто-то будет вам говорить, видели вы Ивана Урганта, вы говорите прям, передавал привет, все хорошо. Так что не волнуйтесь, мы с вами одна команда. Работаем, ребят, поехали.